Уже около 20 тысяч новых светильников установлены на улице Нижнего Новгорода. В преддверии 800-летия в городе будет заменены старые уличные фонари на новые светодиодные. Всего будет заменено более 80% городских светильников. Это 65 тысяч штук. В рамках энергосервисного контракта меняется по всему городу. Это в районе 65 тысяч светоточек. Сейчас большой упор делаем на установку именно дворовых освещений, школ, детских садиков. Меняем старые устаревшие лампочки натриевое исполнение на светодиодные. Устанавливаться будут также диммированные светильники. Уже через месяц жители увидят, что намного лучше стало и комфортнее. Эта освещенность вырастет тоже практически в полтора раза. И все это будет сделано к юбилею. Я очень рад за то, что нижегородцы увидят свой город совершенно другим. И более того, я уже видел конкретные примеры, как выглядит в сравнении, собственно, тот светильник, который был, и тот, который установлен в рамках энергосервисного контракта. Ну, на мой взгляд, это небо и земля.